В Ульяновский дворец книги съехались финалисты национальной премии Russian Event Awards из более 50 регионов страны, в том числе из самых удаленных ее уголков, чтобы защитить свои проекты перед экспертным советом. Мы сегодня приехали с 4 проектами. Мы рассказываем про джаз на Вятке, мы рассказываем про фестиваль школьной баскетбольной лиги КС Баскет, мы рассказываем про ярмарку средневековых промыслов Хлыновская застава и, конечно же, про сказочный Олимпийский день. Защита проектов проходила в течение дня в 22 номинациях. Ульяновская область представила 13 проектов. Громом пушки, барабанов, владением саблей поразил экспертов музей-заповедник Родина Ленина. Мы очень рады, что в этом году нам всем удалось встретиться. Для нас это, в общем-то, большое событие, которое требует серьезной подготовки, больших усилий от коллектива. И мы очень рады не только принять участие, но и встретиться здесь со своими коллегами, с экспертным советом, ну и почерпнуть очень много интересного для нас, опыт других регионов для нас очень важен и очень ценен, поэтому сегодня для нас, в общем-то, праздничный день, хотя и довольно напряженный. Участники были не только из Ульяновска, но и из области. Там тоже есть что показать. Так, в Кузоватово с 2014 года ежегодно проводился межпоселенческий фестиваль меда «Пчелочка золотая». Только в последние 2 года его не удалось реализовать из-за пандемии. Это настоящий интересный молодежный проект. Мы надеемся на его дальнейшую жизнь, потому что население радуется этому празднику, а также туристы. Нас посещает более 1000 человек. Это по-настоящему сладкий праздник, где вы можете попробовать любые лакомства из меда, познакомиться с русской культурой, традициями, ремеслами. Оценивала работу участников высокопрофессиональный экспертный совет. В него вошли 30 асов бизнеса, специалисты в области туризма. Данный фестиваль, здесь более 500 разных проектов, он даст возможность научиться всем, кто сюда приехал, у друг друга, как научиться хвалить себя и свой регион. Если мы будем любить себя и свой регион, то тогда нас будут любить все. По словам эксперта, этот туристический форум дает возможность людям оценить тот потенциал, который есть в регионе, дать понять, где они живут, и оценить красоты места проживания. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Олправда ТВ.